Нашел, прикинь. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Амайн, с вами я, Амайн и Толя. И Анатолий. Анатолий! Это я! Ну, я на него нарвался, я уже сваливаю. На кого? На Гранпа. А. Ты же мне фору дал. Да. Я ему, кстати, дал огромную фору, вы не представляете. Да я ничего еще не нашел из предметов. Серьезно? Это да? Как вообще? Вообще ничего не попадается, там все ящики пустые. А ты пухни, Гранпа тебе все скинет. Как Майнкрафт. Молодец. Прямо перед микрофоном. Да. Так, у нас новая приложуха для записи видео с экрана. Называется, не помню как, но не важно. Чё? Мобизан. Точно? Мобизан. Я не знаю. А дотик где? А, ладно. Да блин! Чё, опять? Ключ от этого. У кого? От хеликоптера этого. Кто это? Ты на русском говоришь? Вертолёт. А? Хеликоптер. Хеликоптер, ну как еще? Я в английском не силен, поэтому очень вообще. Блин, слушай, а как можно Гранпа привлечь, чтобы он сюда пришел? Блин, Гранпа идет! Чтобы он мне надо, чтобы он на первом этаже был. Что? Меня жестко лагает, ребята. У меня залагало, и Гранпа сейчас за мной гонится в этот момент. Ну да. Это он просто скот. Скот он могильный. Ну здесь. Блин, все ужасно лагает. О, от дробовика ключ. Всё. Я тоже нашел. Ты от где? Дробовика? Да, ты где на его нашел? На втором этаже. Ящичек. Вот здесь что-то. Я там же нашел. Да? У нас один и тот же спавн. Так, Газолина, она вот здесь вот, где вот это. А как Гранпа, блин? Так, у меня опять залагало. Толя, что такое? Ну, не знаю, телефон не тянет. Да, это просто Муся бич. Да, он пошел. Как он меня увидел? Да он просто наглый какой-то. Как танк вообще? Танки все равно много. Так, я упал, короче, типа. Чё это? Это он ржет. А, это он ржет, так ём. Он спит, прикинь, меня. Спит? Да. Далеко. А как его разбудить там? А, подойти к нему. Харкнуть ему в глаз. О, блин, он меня заметил, но я успел убежать. Ты взял дробовик? Нет. А я уже взял. Он просто тут один раз перекрыл весь. Я уже взял, прикинь. Эй, скотина! Где ты? Не, а где он? Толя, я боюсь! Я тоже боялась, когда первый раз с ним играл вообще. Жестко. Ну, подошел сюда. Где бабочка? У меня завис. Бум! Че, убил? Да. Так, где что можно искать? Блин. Что-то секурити вот это вот. Секурити. Толя, у меня виснет! А слушай, где он должен проспаться, кстати говоря? Ой, точнее, я этот. А, вроде там же, где туалет. В туалете? Он, прикинь, опять спит. Опять спит? Чего он тебе такая сонная муха-то? Я его зачморил, рано. Так, изолента мне нужна? Может, через дверь, да? Да. У меня, блин, все, как вертолет просто. Так у меня то же самое, поскольку у нас один и тот же спавн. О, вот. А, это Артур. Это просто Буся Бич, это КБС, у меня сильно лагает. У меня я нашел кое-что для. О, сырки! О, тебе повезло. О, где ты его нашел? Помоги. В секурите. Во все курите. Я успел у деда забрать ключ, прикинь. Пока он спал? Да. Не, я просто забыл, что не надо ключ забирать. Не успел, прикинь. Это вообще. Он, я смотрю, лежит, стоп. Ключ же надо забрать. О, door handle. Дорхендл, да. От двери. Да. Черт.
все видео. А у меня лагается все видео. Рядом с сейф. А где сейф кей? Я тебе говорю, все будет вспомнить. Секрет? Блин, а куда? Да почему так лагается? Подождите. Ну, пока что окей, но вроде не проснулся. Если проснется, мне как бы он меня скоро проснется уже. А, ты его раньше прибил? Ты, слушай, ты скажи, когда он у тебя проснется, ладно? Если он у тебя проснулся, значит, у меня прям очень-очень скоро-скоро проснется. Ну, потому что мы... Я если шаги услышу. Так ты можешь свою слушать. Я тоже эту хендл нашел. Короче, верну ручку. Рядом с этим сейфом. Ну, в сейфе. Mm-hmm. Все, я поставил. А, ну да. Блин, я что-то я... Что-то он так долго спавнится, мне кажется, это 2-3 прошло. Тут часа 2 прошло. Ну, я, короче, взял этот, на всякий случай, дробовик. У тебя сколько зарядов? А, у меня сейчас один заряд пока что. Я тоже, у меня один. О! Нифига себе, что-то он не просыпается вообще. Не надо как-то его найти. Нет, у меня он проснулся уже. Да? Значит, да. У меня тоже скоро. Я сейчас у внучка. Внучка. Блин, вот прикинь, у меня один заряд, и мне главное не промазать, потому что это будет просто лол, как смешно. Так, сюда иди. Просто где он? Ну блин. Вот я тоже учится. Он что, танцует? Круто, да? Главное, чтобы он так смешно танцует. Да. На. Главное, чтобы он в самый ответственный момент не это, у меня не завис телефон. Так, где у него есть патроны для этого? Ребят, кто хочет, чтобы вместо меня видео шло, ну, от лица Толи, пишите в комментариях. Комментарии я читать люблю. А просто пока о, блин, ты не представляешь, как я обосрался, когда увидел этого малыша. Я его убивать не буду, потому что у меня один заряд. О! Так, я сейчас пойду быстренько к малышу. Сейчас я там ключом закрою, все. Я его зачмырил. Чисто, прям вот четко. Вот, блин, хоть бы там был этот, как его там называют-то? Как... Шокер, вот. Да. А дробовик лучше. Ну, блин, тоже шокером удобнее, потому что... Вообще, там сколько? Ты нам... Что, привыстрелов нужно? Найдешь? Блин, у меня зависло, прикинь. Ох, ноутбук. Раз. А, Грэнни на ноутбуке есть? Ну, в том плане, к ПК. Ой, а, ну стоп. А что ты так бываешь? Короче, сейчас убью этого внучка. Я тоже сейчас убью. Бум, не попал. А я с первого раза убил. Блин, так на него посмотрел вообще. Ну, блин. Оп, кроубар. Ну, нет, мне сейчас надо убить. У меня ротор орёт. Я за патронами. Я тоже. У тебя сколько патронов? А у меня ноль, я все с чем-то. А я... У меня два. Знаешь, я сейчас куда я положу дробовик? Куда? Вот в тоннельчик. Это самое безопасное. Я бензин нашел, но он мне не нужен. Ну, не знаю, она 10 раз ругает. 10 раз? Я засекал. Сейчас я к этому. Так. Так, все, я тут спокойно нахожусь на крыше. Так, ты первым его убил? Не знаю. Да, ты первым убил. Я... А, блин, мы же не на лодке. Я руль нашел. Где лестница, да? Да. И я тоже там нашел. Тут изолента, кстати говоря, вижу, где есть. Я тоже ее нашел. Она нам не нужна, мы... Погоди, а как вот здесь все открыть? А, нужно выстрелить. Куда? В эту кнопку. Да. Сейчас я у Грэндпа. Кстати, я нашел инструкцию для вертолета. А погоди, тут есть? Да, я ее давно уже нашел. Дисплей нужен кусачек. Да. Я это... Я к внучку, короче, нашел вот этот вот ключ.
сейчас я этот. Смотри, я сейчас вот черт здесь. Блин, ну. Да, слушай. Да, он. Это очень. Слушай, я так думаю, я наверное. Блин, ой. О, все, отлагаю. Это. Я не. У меня опять так. Я не буду бояться Грэндпа, в основном буду идти на таран. Короче, ты решил поменять манеру игры? Да. Все. А-а-а, ты видел мой видос о ограбил деда, бабку и внучка? Да. Я вообще все, ну практически все вещи перетащил. Я сам перетаскивал за кадром, я минут 40. А видео вышло на 16. Кажется, я не помню уже. Блин! Крым, я не увидел его! Он на втором этаже заспавнился, прикинь. Да, я такой поднимаюсь по лестнице. Где, вот здесь? Не знаю, я не видел. Я просто поднимаюсь по лестнице, он меня зачмырит. У тебя он уже это? Очнулся? Да, да, да. Ты что мне не сказал? Я тебе говорил, дай послушай. А, блин. Да, он уже. Все. Ну что делать мне теперь? Просто. Блин, я что-то еще выйти сейчас. А, я, короче, я, наверное, пойду вниз. Где ты там? Интересно, упасть на меня потом? Денег не попал. Нет! От того, что у меня залагал, я упал к Кракену, прикинь? А он не придет? А, стоп, придет, он приходит. А если он со второго этажа придет? Я везде вот здесь стою. Я тут вижу, а потом придет. Блин. Не, с этими лагами надо что-то срочно делать. Типа? Да. О, здорово. Бум! Ага, ух! Зачем вы? Ты куда он отлетел? Он ноги раздвинул. Братан, у меня вылетело. Она что, бросайте через сколько? Или нет? Ребят, я не знаю, было ли вам это видно, но у меня просто вылетела игра. Надеюсь, что вам этого видно не было. Труба. Так. Стоп, а где его можно использовать? А, ящик, точно. Что, ящик сначала? Может, так будет? Братан, я на второй этаж чисто за дробовиком. Слушай, мне кажется... О, станган! Братан, мне кажется, в этой серии ты победишь. У меня с лагами огромные проблемы. Ну, потому что у тебя лаги. А слушай, а у этого Кракена есть? Что? У тебя ящики? Нет. О, Грэндпа, иди сюда, тёмно. Не могу. Он где-то открыл дверь. Только где? Ну да, вот. Он вниз пошел. Или это у тебя было, нет? Да, у меня он тоже. А-а-а. Дачи, хочешь? Так, я внучка. Стоп, а я убил внучка? Он ожил, прикинь, внучок ожил. Там добыл. Не надо. Прикинь, внучок ожил. От того, что меня Грэндпа убил, поэтому он ожил. Блин, это очень плохо. Каждый день получается заживает. Нет. А, ну если меня убьют, да. Ну, денег, ну да. Так, быстренько сходим сюда. Грэндпа, иди сюда, скат. Скот. Здесь я в безопасности буду. Так. Уже у меня очень большой успех. У меня все очень и очень хорошо. Что-то у меня так долго опять спит. Прикинь, он не услышал, что ваза упала. Он потихоньку так идет.
иди сюда, скотина ты такая. Да, вот, проснулся. У нас сдохнет тварь. Не знаю. А он часто тратит? Ну, частенько. Короче, ты лом находил? Почему я не вспомнил? Да. Блин, ну чё? Ой, вот он идёт. Привет. Пока. А ты где электрошокер нашёл? А, я его тоже нашёл. Ну, не нафиг. Я без электрошокера буду. Я же мощный. Погоди, где теперь бабокот этот взять и вот этот? Чи-чи-чи-чи. Погоди, если там горит, значит, он наблюдает, да? Да. Ну, он всё равно сдохнет. Опа! Я очень хорошую вещицу нашел. А вот эту фигню, чтобы решетку убирать. Поставил? Блин, мне надо реально жестко торопиться. Потому что ты меня победишь. Я уже не знаю, где нам искать подлог. У вертолета. А, то есть сократите, пацаны. Ну да. Вертолета там фига может быть. Знаешь, некая проблема, я деда убил и дробовик бросил. У внучка. Внучка. Мне надо это скрыть, ну пока. А где дед очнулся, интересно? Нет. Здесь что нет. Нет, а если проснулся? Вот это типа игра. Возьми пока что этот с ним походи. Да все, я уже взял этот или дробовик взял. Я уже вторую часть картины. Все полетит. Так же логично. Фу, я еле успел пробежать. Что-то так быстро цикло, походу из-за того, что я... Мне надо, получается, щипчики взять и пойду этот. Щипчики, а мне же еще и этот нужен. А, вот он только проснулся. Он в туалете спавнится, братан. Да. Враг. Нифига себе, он телевизор почти перелетел. Нормально этот. Прикинь, я сейчас. У меня обзор 4 выходов ко мне. Подвал. О, он со второго этажа, а сейчас шел. Блин, где еще может быть эта картинка вторая? Прикинь, я его взорва выстрела зачумырил. Ну это плохо. Блин, ну почему? Не, скажите, вот в последнем видосе у меня слабого было. Я от вертолета ключ нашел, но не я его давно уже нашел. Реальный огромный, просто самый большой шанс, который вообще существует. Ё-моё, я никак не могу картинку перейти. Прикинь? То, что у меня лагает, вот это очень плохое видео было. Знаешь? Можно эту фигню просто взять и этот выстрелить там? Сдалека из чего-нибудь. Куда? В этот, чтобы открыть. Конечно, дробовик можно. И чтобы открыть. Ну да, можно. Чтобы выстрел прошел, да? Вообще логично. Просто поедет картинка. Да почему я тут? Ты кухню проверял? А я щипчики нашел. Где? Да на кухне. Серьезно, я сам на кухне сейчас. Да
Да я что-то ничего по земле еще буду потом. Ты что сейчас будет? А, это ты это? Да. В смысле, на кухне нету ящичка. Ну-ка, тут на самом кухне, там же ящик для потом. Тоже уничтожил. Ага. Сейчас я тоже уберу эту хрень. Ну-ка. Интересно, а то в этой хрене можешь уже, кроме этого, страха? А, подлог. Какого страха? Ну вот этот челик. Конечно. Подлоги там у тебя? Да. Не, братан, у тебя просто самый большой шанс, который вообще был. Победить меня. Очень тихо прям пробраться в подвал. Я сам сейчас в подвале. Так. Знаешь, что мне осталось? Подожди. Padlock key. Это деревяшки отсковырнуть и... Ай. Стоп. Ну все. А, да? А тебе что стало? Тебе надо Padlock key? Да. Где он еще раз был? А, понял. Все. Где крафт сделал? Сейчас я займусь этим, когда убью деда. Сплю. Я сейчас с электрошоком, потому что патроны лень искать по всему дому. Я за день, ну, долго слишком. А ты хотя бы раз умирал? Нет. Я два раза. Это все из-за лагов. А, нет. Один раз из-за моей невнимательности, а второй из-за лага. Бага. Так. Где этот долбанный дед? Ну, Варь, скажи мне. Ого. Меня ютуб зовёт. Да. Он идет со второго этажа, прикинь. Блин. Главное не промаз, главное не промаз. Так, ну, чё, я кидаю это? Чё мне нужно? Мне нужны щипчики, да? А где они? Они на втором этаже, блин! А, мне нужен электрошокер, быстрее, быстрее, быстрее! Я, конечно, хоть как уже проиграл, но, по крайней мере, сбежать я тут. Иди сюда, да? Да, ага, у меня лайк, ты в два раза быстрее меня бегаешь, я храму. Мне тут пукать и пукать еще. Да, зад уже разрывается. А, в принципе, к вертолету нам пробираться не нужно. Да. Да блин, если я этот не убил это время на поиске бабу, я тут еще буду. А ты что, реально искал? Да. Ну что, типа я два наш... А третий я искал? Где щипчики? Я понятия не имею, где они? Я же их кинул возле картины, когда отрезал там. Или нет? О, нет, я их в подвале кинул. Так, что тебе осталось? Вот скажи, что тебе осталось? Так что не убегаешь? Сейчас я деду успел. Смотри, у меня теперь на 2 минуты. Ну, да. А, или ты электрошокер. Да, электрошокер на 2 минуты. Так на 2, блин! Я на 2 минуты, это же вообще мало. Ты мне бороться. Очень-очень сильно. Очень-очень сильно. Так, ты что, сбегаешь? Нет, пока что. Мне форум? Я все нашел. Да. Раз, два. А, ты их бросаем. Еще... Идем вот сюда. Потом быстренько вот сюда, вот сюда. Потому что времени ограничено. Почему? Ну как бы 2 минуты это не так уж и много. Я полдома обошел этим. Так полбаром. Стоп, так ты же уже все прошел. Да, все. Зачем тогда ты вообще что-то ищешь? Просто я и этот все поставил. Где? Ну, братан. Интересно, а какая концовка будет?
О, он один. Да. Я ни разу не заскрил. Блин, нет, это поздно. Не, поздно. А сейчас будет какой-то скрин? Нет. Да, быстро. Хотя сколько у нас там записи идет? У меня 25 минут. Йо, полчаса сгубил. Не, подожди, я тоже буду. Блин, у меня круто то, что я ни разу не сгубил. Вот это реально. Это круто получилось вообще. Короче, я вот сейчас бегу. 10% где-то вот за мной. У, смотри. Я вот чисто на... А что мне нужно? А ты что, в часах ничего не видел? Не лазил? В каких часах? Ну, в часах. Ну, правда, там ничего нет. А, в часах нет, я не лазил. Мне... Вот видишь, какая... У меня такое в самом начале во всех дверях. И сейчас. Да? А, нет, сейчас не один такой. Не, ну у меня лагерь из... Наверное. Так. Чё, нет, ага. Всё, окей. Ну, ты сможешь. Мне нужно наверх. Кто-нибудь объясните, где Грэндпа? Грэндпа? Я вообще не врубаюсь, где он? Где-нибудь? Мне вообще сейчас чисто на пофиг. Мне вот это только отгребать и все. Полоньку не любят. Так я не собираюсь. Вот он. Просто. Он должен уйти наверх, пожалуйста. Любимый. Ненавистный. Красивый, да? Тут что-то было. А, он пошел, все. Грэндфайт. О, это причем под конец игры, сейчас вылетит прям под конец. Как? А, ручку. Кто там? Побежали! И... Та-дам! Вот ты такая же краса. Надо в бабуле в следующем видео сбегать так. Да. А, что? Еще жестко будет. Где микрофон? Какой? Ну, бау. А. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. В кавычках ставьте дизлайк. Не пишите комментарии. Подписывайтесь от моего канала, да? Ужас. Ну, надо на самом деле... Надо сделать кнопку писаться, не красной. Она должна быть серой. Ну, пожалуйста, серая, ребят. Серая, красная. А, ну да. Извиняйте, ребята, за лаги. Это что-то с моим телефоном. Я постараюсь это исправить. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока.